Итак, мы делаем тест номер два по нейросетям. Итак, я иду в такое приложение, как Супа, и я хочу сгенерировать быстрый текст. Быстрый текст я хочу сгенерировать. Вот я когда в Супу захожу, вы регистрируетесь в ней, и далее я пишу «Создать». Например, пост любой, пост для Инстаграма, например, пост для БК. Беру пустой, например, изображение. Смотрите. Ну, то есть здесь я могу делать изображение. Сделать красиво могу. И сразу перехожу в текст. Да, вы будете делать картинку, но здесь я хочу показать, как можно сгенерировать именно текст. Нажимаю на букву Т сверху. И добавить текст. Я хочу сгенерировать. Вот AI, это искусственный интеллект и есть. Я нажимаю вот где красненькая AI, искусственно сгенерировать текст. И создать текст. Например, напиши текст про ИИ, добавь эмодзи и смайликов и по содержанию. Сделай абзацы, выдели жирным важные слова. Вот. И сгенерировать. Вот я пишу. Видите, он сколько текста пишет. Еще не может остановить эту генерацию. Вот. Это можем скопировать. Или можем добавить на холст. Например, добавить на холст. Так как у нас еще холста нет, то вначале мы должны сделать картинку. Ну, то есть, вот этот текст, который я сейчас прокручиваю, он сделан с помощью искусственного интеллекта. И на текст я не трачу больше 3 минут.